Николай Бондаренко в своем деле профессионал. Более 20 лет он посвятил работе в северо-остинском филиале Ростелеком пригородного района. Сегодня ведущий инженер получает награду из рук главы Северной Осетии. Николай Бондаренко признан лучшим работником отрасли 2013. Это неожиданно для меня, что я попал в номинацию года как лучший по отрасли, тем более в сфере своей связи. Поэтому это для меня неожиданно. Я вот, как говорится, и рад тому, что попал, и тому, что я не ожидал, что среди всех, который коллектив, весь трудолюбивый, все работяги хорошие, но получилось, что один я попал в эту номинацию. Ежегодная премия «Лучший работник отрасли» организована по инициативе Таймураза Мамсурова. Профессионалов своего дела искали в 8 сферах – промышленность, транспорт, топливно-энергетический комплекс, ЖКХ, дорожное хозяйство, сельское хозяйство, строительство и связь. В каждой номинации по 3 лауреата. Они не просто представляют свои коллективы, они представляют свои фамилии. Весь наш многонациональный народ – это наша гордость. Сегодня отметили и молодых дарований. Один из победителей – Бексултан Бидеев. В своей работе исследовал насыщенный йодом грецкий орех в качестве добавки для творожной продукции. Школьники и студенты, проявившие себя в области науки и техники, получили денежные премии. Сабина Алборова, Яна Гагиева, Заур Цеов, Осетия ТВ. Thank you.